В ожидании отопительного сезона находятся и жители Семея. В регионе резко похолодало. Если днем плюс 6, то в ночное время температура воздуха в регионе опускается до минус 2. В отделе ЖКХ заявили, что повода для беспокойства нет. Отопительный сезон стартует уже в конце этой недели. Первыми тепло получат социальные объекты. Сейчас в котельные города ежегодно ведется поставка угля. В настоящее время его запас составляет 50 тысяч тонн. Проблем с запуском нету. На сегодняшний день все теплоисточники, напряжение имеется, полностью готовы. Все котельные оборудования смонтированы, скомплектованы. Все, сейчас идет заполнение водой теплотрассы и готовится к запуску.